Так, сегодня мы снимаем меня с такой вот херней. Буду показывать. Можно хоррор? Ой, блин, как красиво эти волосы смотрятся. Движение. Зацените мои кольца, все из любимого магазина «Концепт». Так, смылись. Теперь бежим на коррекцию. Сегодня мы снова снимаемся, и я снова в новом образе. Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Не переключайтесь, буду вам сейчас показывать, что мы снимаем. Настя, покажи себя, нет? Не, я вот там, вот той переведу. Компашка. Так, сегодня у нас опять красный мудик немножко. Мы снимаем в студии, здесь такой вот кринж происходит. Офигенно. Мы, короче, ну, в смысле, я после книги Рэй Кавакубо насмотрелась, думаю, хочу. Хотела это сделать, понимаешь, что без Насти мы не справимся. И представляете, Настя, наша героиня, склепала вот это вот, за сколько, за неделю, даже меньше. Мы же за два дня там. За два дня, вот, посмотрите. Это охеренно просто. Такой вот образ. Кстати, Лайра за***ла всех этим стилем. Не, ну красотка. Нашла умершего студента. Сооружали эту конструкцию на голове. Вот для этого. Давай сейчас сразу сделаем. Дышим, чтобы не вдыхать это все. Раз, два, три. Сними себя. Мое лицо выглядит. Так вот у меня платье. И вот так вот у меня обувь. Вот так вот. Вот так вот. Маш, как дела? Нормально. Переодеваемся в третий лук. Третий мейк. Глаша, ты мне все загораешь.
Ты в 4 сюда пришла. 4 часа, 12 закончится. А завтра куда? В Москву. А в 12 часов? В тыкву. Время час, и я дома. Я в Питере, у меня ни одной зимней одежды. Все в Казани, иду на съемку. Так, сегодня съемка. Такой вот студия. Сегодня меня позвали незнакомые для меня девочки. Представляйся, как тебя зовут? Я здесь приложу ссылку. Это визажист. Как Кристина? У меня микрофона нету. У меня сегодня натуральный макияж. Прическу вот такую мы срали, мазали, сделали. Так, а это я пришла к стоматологу. Сразу для всех тех, кто мне пишет про мой рот. Я хожу элайнера. Так что скоро у меня будет супер идеальный рот. Поэтому у меня сейчас снизу сильно поехавшие зубы. Поняли? Хейтеры. Видите, как сейчас выглядит? Так, это было, да? Раскрыли, сделали забор. Ой, класс. Всем привет! С вами Вик Салават и Глаша Гурьянова. Мы сегодня разбираем мою косметичку. И Глаша меня будет учить делать макияж, потому что скульптурирование я делаю себе вот тут, а надо тут. Будем учиться. Тебе надо лоб? Вот он такой квадратный достаточно. Тебе надо? У меня тоже квадратный лоб. Посмотри. У подписчиков будет еще один повод. Дорогие подписчики, у всех разные зубы, лобы. Губы, а сейчас еще и лоб большой. Ну что, у всех такое. Углы Джоли. Нормально или нет? Мне нравится, хорошо. Но, конечно, так бывает не у всех. Вот у меня, допустим, у меня высокий лоб. Вот. Я это корректирую волосами. У меня тоже, смотрите, квадрат какой. Поэтому тушуем вот здесь чуть-чуть, чтобы его немножечко сделать более аккуратно. Мы все рассказывать не будем. Если у вас как бы тут это, вы к Глаше обращайтесь. Чуть-чуть центр именно лица припудрила. Ты такая заблюренная чуть-чуть стала. Дорого. Зульфия, чай еще раз. Так, вот первый макияж. Все из моей косметики. Все, что у меня было. Все мои закрома, вот эти страшные, старые. Очень нравится. Не знаю, как научиться стрелки рисовать прямо. Потому что у меня нависший глаз. Я себе постоянно вот такие рисую. И мне такое сразу абсолютно другое лицо. Так, всем привет! У нас сегодня вот такая съемка. Так, пытаемся завязать галстук. Давай, это в камеру мне стук. Так, мы снимаем брюки карго. Глаша пшикает. Идеальный кадр. Молодцы! У нас съемочка с нашей любимой Аглаей. Смотрите, как работает.
Так, у нас пересменка. Делаем новый образ. Перерыв, перерыв. Завтра съемка меня, послезавтра съемка меня. Буду вам все показывать. Не переключайтесь. Мы сегодня снимаем с Ваней Захаровым. Вот познакомьтесь. Он и стилист, и фотограф. Буду вам показывать. Сегодня еще Саша со мной. Добрый день. Так, следующий лук у нас вот такой вот. Viva Vox. Оригинальную вечеринку устроили в небе над Сочи. Пассажиры превратили борт самолета в танцпол со светомузыкой и диджеем. И все это во время полета. Куда мы сегодня едем? В Сочи. Летим на блогерском самолете. Как вам вообще такое? Ну что, мы прилетели, идем блогерским рейсом получать багаж. Такой вот у нас отель. Encore Family. Кстати, нам худи подарили. Прикольный худи, бутылочка. Все как полагается. Хорошо как. Класс, вот здесь мы живем, у нас вот такой вот вид. И мы пошли гулять. Погодка как бы снежочек. Вообще тут очень даже симпатично, без колхоза, ну вот конкретно здесь на Роза. Поели мы в харчо, ждали пюре с котлетой час, пюре ужасное, как из столовки, без сливочного масла, такое мерзкое. Но за ожидание нам принесли тортик с чаем, поэтому мы довольны. Я, например, купальник не взяла. Каждое прикосновение в продумано до мелочей. У нас включен завтрак. Смотрите, сколько зошных штучек набрала. Вот это, конечно, не особо зошное, это тоже, но... Идем на горы. В лурках не для гор. Да, здесь, конечно, очередь просто с 33 велюшки. Просто жесть. Даже не знаю, имеет смысл брать сноуборд. Так, тут вон кто-то в свадебном платье. Класс. И я.
без сноуборда. Лохушка. Дубак. Доброе утро. Взяли роллы в перекрестке. Надеюсь, нормально. Блин, посмотрите, сколько всего на завтрак. Шок-контент. Каша, сладости, йогурты. Такие всякие штучки. Капец. Смотрите, даже орехи есть. Я в шоке. Третий день нашей поездки в Сочи. И Саша один лук на все поездки, да? Потому что ты мужик. Ребят, это не реклама, но реально классный отель вот этот. У нас окна с видом на реку, еда, завтраки вообще. Лучше, чем в Турции все включено. Так, мы все просто шоблой идем в ресторан. Вот это да! Вот это кайф! Вы гляньте. Инкуру дал нам эту возможность. Дорогие друзья, я бы хотела вам сказать огромное спасибо за это море позитива, супер эмоций. Объявляйте перекур! Кто хочет курить, идем курить. Давай. Вы посмотрите, у нас кухня как кабриолет. Как вам вообще? Если он будет богатый, я буду богатый. Раз, два. Посмотри, видно? Даже, пожалуйста. Конечно, себя. Мы теперь подходим друг к другу. Ну, сейчас смотри, как одинаково одет. Посмотрите, нарядились модники Миша и Кити на пайетках. Лыжники. Лыжники. Покатались. Куда мы идем? Кататься на санях. Так, снимать мы вряд ли будем, но вот так вам покажем, как мы подряд все едем. Так, нас здесь уже поднимают, поэтому я могу поснимать. А мы в Казахстане катались на такое. В Казахстане очень быстро заканчивается. Здесь прям нормально так долго. Слушайте, очень прикольно. Просто супер кайф. Вик, я всю дорогу волновался, что с тебя кепка слетит. Я на низ меня вот так натянула, что аж чуть глаза не выпали. Вот, да?
чему это? Все, мы едем в Москву. Было очень классно. Мы приехали в аэропорт, а у нас рейс принесли на 18:45. И мы как раз хотели погулять в Сочи, поэтому мы поехали гулять в Сочи. И я прям даже думаю, вот бы здесь квартирку иметь. Oh, yo, flow, flow, get it all, get it flow. Keep on dancing, like the music. This is the show. Little bit respect, little bit set. I'm the island, be a flick, get it all, get it all. Get it flow, keep on dancing, like the music. Oh, motherfucking nigga, underground, and the house. Yo.